Большая суматоха наблюдалась сегодня в колледжах, а также в медуниверситете. Там начался прием абитуриентов. Большинство желающих получить место на заветном факультете, с которыми пообщалась наша съемочная группа, признали, что надеются поступить на бюджет, ведь в некоторых случаях контракт очень дорогой. Родные решили поддержать будущих потенциальных студентов и пришли вместе с ними. Среди наиболее востребованных специальностей – стоматология, программирование и туризм. Aveți diplome la nivel internațional în ultimii 3 ani sau la nivel național în ultimul an de studiu? В университете медицины и фармакологии имени Николая Тестемицяна сегодня было многолюдно. Желающие сюда поступить поспешили сдать документы. Одного из абитуриентов мы встретили на выходе из приемной комиссии. Хочу поступить на медицинский. Может, хирургия, может, кардиология. Почему именно эти специальности? Знаю, что эти профессии очень востребованы в Молдове. Хочу помочь развитию страны. Эта область нуждается в большом количестве специалистов, чтобы достичь вершины европейских стран. Александрина Буза еще одна наша собеседница тоже сегодня сдавала документы. С детства мечтала стать стоматологом. Подала документы на стоматологический факультет. Почему стоматология? Это моя мечта с малых лет. И я, что из силы, стремилась сюда попасть. Поддержать своих чад пришли родители. Переживали, наверное, даже больше, чем сами они. Держали кулаки за то, чтобы их семейные желания о выбранной профессии сбылись. Профессия – перспектива. У этой профессии есть перспектива, есть будущее, а медуниверситет также именит в Республике Молдова. Стоматология или фармацевтика, посмотрим. Вы еще сомневаетесь, какая специальность? Да. А какая наиболее предпочтительна? Стоматология. Почему? Дочка хочет стать стоматологом. В приемной комиссии нам рассказали, что подавать документы абитуриенты начали с самого открытия, поэтому сформировалась приличная очередь. Самой востребованной специальностью в медуниверситете остается стоматология. В целом в медицину все больше ребят идут, и это нас радует, особенно в последние годы. И в пределах нормы производятся наборы и на другие специальности. Цены от 19 300 до 33 100 леев. В этом году в медуниверситете выделили также 450 бюджетных мест. Есть и новые специальности. Очереди из абитуриентов образовались и в колледжах. Большинство наших собеседников признали, что хотят стать программистами, туристическими агентами и даже пожарными. Пожарная служба. Почему? Чувствую, что это определяет мой характер, и я уверена, что справлюсь с вызовами. Жду не дождусь приступить к занятиям и получить диплом выпускника. Вы пришли поддержать? Да, пришли подбодрить. Какую ты специальность выбрал? Пожарник. Почему именно эту? Чтобы спасать людей. Как поведали нам в местных приемных комиссиях, обучение, если и подорожало, то не на всех факультетах и где-то на 1000-1500 леев по сравнению с прошлым годом. Безусловно, информационные технологии являются наиболее востребованными. У нас есть и другие специальности. Например, административные и секретарские услуги, юриспруденция. Но наиболее востребованными являются программирование и анализ программных продуктов, администрирование веб-приложений и баз данных. Цены за обучение от 8500 до 10000 – это максимум. Если в колледже и в медицинский университет прием документов от абитуриентов начался сегодня, то в других стартует 25 июля и продлится до 8 августа.